Блин, ты вообще собираешься мне помогать? А я помогаю. Мара? Давай, Ксюш, я в тебя верю. Справишься. Давай. Блин, лучше бы с Даниэлем поставили делать пару проектов. Что ты говоришь? Говорю, счастье-то какое сделал с тобой проект. Помогай, давай, иначе получим 2. У меня вообще-то в школе связи. Я сын трудовика. Ты вообще не догоняешь, как это работает. Проект 1 и оценка тоже 1. Если мне 2, то и тебе 2. Да ладно. Что ты сразу-то не сказал? Давай быстрее делай, мы 2 получим. Да я вообще не сделаю этот проект 1. Еще достался мне вот этот вот в пару. Мне поможет только чудо. Точно! Успей поставить лайк до того, как появится зеленая галочка. 3, 2, 1. Вот это скорость! Ну раз ты мне не помогаешь, я вызову призрак ГДЗ. Разве ты не знаешь призрака, готового к домашним заданиям? ГДЗ. Ну, конечно. Ты что, не слышал про такого? Так вот, слушай. В одном маленьком-маленьком городке была маленькая-маленькая школа, в которой училась одна девочка. И однажды на экзамене, прямо перед каникулами, она достала решебник прямо на экзамене. И учитель это заметил! Он был в гневе! И тогда он заставил ее переписывать весь решебник на доске! Страничка за страничкой, буковка за буковкой, а там было больше 500 страниц мелким шрифтом. Она писала и писала и писала и писала, пока не сошла с ума. Все одноклассники ушли на летние каникулы, а она писала, писала и писала. Когда все ребята вернулись 1 сентября, и когда они зашли в класс, они увидели, что девочки нет. А весь класс был исписан ответами из ГДЗ. А на том месте, где писала девочка, остался только мел. Маленький! И с тех пор ее никто не видел. Теперь, если кто-то не может что-то решить, и этого нет ни в одном решебнике, вызывают призрака ГДД. Ну, хорош, я не верю в эти городские люди. А вот и зря. Ведь только он поможет нам сделать проект на отлично. Правда? Да, но надо помнить, что если ты дашь ему решить больше одной задачки, то все, ты будешь зависеть от него. Он будет делать всю домашку за тебя, а ты станешь тупым. Призрак ГДЗ останется с тобой навсегда. И ты будешь становиться только тупее и тупее и тупее. Ну что надо, чтобы его вызвать? А тут все просто. Нужен волосок двоечника. Ай! Что? Я не понял. Берем решебник. Вырываем страницу. Дальше нужна старая жвачка из-под карты. Где мы ее возьмем? У меня есть. Теперь заворачиваем все. А дальше? Дальше песок от грязной сменки. А теперь самое главное. Теперь мы все сложим. Нет, теперь двоечник должен это съесть. Не-не-не-не, я не буду это есть. Ешь, ешь. Да. Ну вот, молодец.
зубастый до сих пор. Что дальше-то? А теперь она появится. Откуда? Так, стоп. Если я это съел, откуда она появится? Наверное, ой. А? Что значит сработал? Так это же легенда. Я не думал, что она сработает. И ты все равно заставила меня съесть ту фигню? Да, ты же мне не помогал. Ах ты! Кому надо помочь? Тебе, уродина? Или тебе, красавчик? Что ты сейчас сказала? Тебе конец. Точно. Тебе, красавчик. Ксюша, что делать? А зачем ты с ней разговариваешь? Ты же меня вызвал. Что делать-то? Так, слушай меня сюда, призрак ГДЗ. Нам нужно сделать проект по технологии. Вот тебе ватман, фломастеры и книги. Приступай. Ой, а почему вот это вот со мной говорит? Потому что это вот тебя вызвало. Поправочка. Вызвал он? Нет. Да. Ведь съел-то он. Блин, вот черт. О, она меня слушаться будет. Да, конечно. А что ты хочешь? Я могу решить всю твою домашку. И всегда ее решать. Правда? Конечно, давай. Нет, стой, не верь ты ей. Помни, что я тебе сказала. Если ты ей дашь решить больше одного задания, то все, ты будешь от нее зависеть и станешь тупым. Что? Я не хочу быть тупым. Да кого ты слушаешь? Я же хочу тебе помочь. Теперь ты сможешь чаще играть в свои игры, а я буду делать за тебя всю работу. Нет! Это круто. Ты же согласен? Да. Ну вот. Отлично. Смотри в мои глаза. Что ты с ним делаешь? Да-да. Забирай все, что он знает. Ты делаешь его тупым. Ха-ха-ха!
меня не деться. Пухчай! Офигеть! Я тоже. Новые и самые интересные выпуски. Ага. Все, молодец, Ксюшка. Придется заклеивать. Где скотч? Ксюша! Смотри, сколько новых лайков и подписок! Ух ты, ребята! Я вас просто обожаю! Я тоже. Так, просто. Ребята, а вы знали, что у Ксюши есть новый игровой канал? Watch Me Play. Скорее подписывайтесь. Вам Ксюша Макарова! И мои друзья, Никита, Алена! Ну, пока! Всем люблю! Всем пока! Я приду за тобой! Я вызову призрак ГДЗ. Вон там вот написано. Здравствуйте. Эй, подними свои волосы, пусть он прочитает. Вы же нравится, все прочитаете. Я к вам приду.
И учитель это заметил. Он был в гневе. В таком? Нет, в туалете он был. Тогда... И с тех пор ее никто не видел. Слушай, я хорошо и вторую умею рассказывать. Призрак ГДЗ останется с тобой навсегда. Слушай, как же я тебя люблю. Пати. Ах ты. Так, Аленка. Что ты сейчас сказала? Тебе конец. А зачем ты с ней говоришь? Ты же меня вызвал. Ну-ну, поправочка. Вызвал он. Он просто съел. Да, я просто ожрал. То все, ты будешь от нее зависеть. И станешь тупым. Да, блин! Ты будешь от нее зависеть, ты станешь тупым. Ну вот и отлично. Ну вот и отлично. Вот он, планшет. Не время играть в игры. Да просто обновление вышло. Вот это вам было Ксюша Макарова и мои друзья Никита и Алена. Никита и Алена. Никита и Алена. И ты будешь становиться только тупее, и тупее, и тупее, и тупее, и тупее.